Всем добрый день! Сегодня у нас 31 января. Свет выключен по графику с 11 часов до 3 не будет. Как раз как люди обедают, готовят обед, света нет. Но у нас газ, допустим, а у меня с фахом не тишине, то там плита электрическая, все, то как света нет, то вообще не сваришь, ничего не сделаешь. То я и звонила, говорит, включили свет, бегом буду какой-то суп ставить, варить что-то такое. А у нас, слава Богу, то есть. Вернее, газ есть, ну и хорошо. Варить можно. Тревога сегодня. Уже 3 раза была тревога. Вот такая мощная. Куда-то что-то летит. Сейчас такого нет, что просто гудит тревога, учение. Значит, где-то будут прилеты, потом сообщат. Вот. Короче говоря, ну так, живем. Знаем, ага, сейчас света не будет, а то будет, а то тревога, все закрыто, никуда не пойдешь. Как-то так. Сегодня на обед у меня рыба. Я покупала, как-то показывала. И покажу. Рыба в семга. Сейчас покажу. Вот такая рыба. Набор для ухи. Головка. Вот, пополам разрезали. И хребетик такой, короче. Еще и хвостика кусок у хребта. Вот. Прекрасная уха будет. Это что-то. Все в голове очень много. Видите, мяско тут красненькое. Вот. И здесь. И тут, в общем, объедение. Так, вода уже греется. Сейчас почищу картошечки. Все, ничего не зажаривается в такую роскошную икру. Все ложится, и морковочка, и лук, и все сырым. Включили свет, и камера у телефона начала барахлить. Отключается. Ошибка камеры. Хотела чуть увеличить, все. Вот, 3 картофелины почистила, лук, морковь. Мало будет, порежу, еще добавлю. Нарезаю картошечку. Вода уже закипела. Так. Раньше мне такая, хотела сказать, уха, такие наборы не попадались на глаза. Мне вкусная была уха из скумбрии тоже. Скумбрия жирненькая рыба, отлично получалось. Картошку порезала, лук теперь небольшим кубиком нарезаю. Отправляю лук и морковь в кастрюлю с кипятком. Морковь нарезаю соломкой.
нарезанную морковь отправляю также в кастрюлю картошки и луку. Пусть варятся. Овощи варятся, водичка подсолена. Ой, какая хорошая часть с плавником. Здесь мясное такое возле головы. Так, головки. И это я разрежу сейчас. Так, такие приемлемые кусочки. Хвостик. Тут немножко обрезать. Твердая кость. Овощи почти готовы уже. Закладываю рыбку. И досаливаю. Так я солила немного этот бульон. Сейчас уже поварится рыба, досолю по вкусу. Лавровый лист положу. И перчик, все. Загрузила все в кастрюлю. Довожу до кипения, снимаю пену и на небольшом огне буду доваривать все. И доводить до вкуса. Вот появляется пена, сейчас я ее буду собирать. Уха готова. Немного остынет, можно пробовать. Ну, прекрасная уха, наваристая, жирненькая, вкусная. Еще укропчика я замороженного вбросила в конце варки. Ухи налила, запчасти от рыбы положила. Главная рыбка. Какая вкуснятина. В общем, продолжаю есть. Сварите такую уху, ешьте. И всем приятного аппетита. Спасибо, что посмотрели видео. Понравилось видео? Ставьте лайки, готовьте со мной. Попробуйте такую уху. Попадется на глаза, если набор для ухи из семги. Берите, это очень вкусно. Заходите на мой канал, смотрите мои видео, подписывайтесь на канал. И до новых встреч, и всего вам самого доброго.